Сейчас я упаду. Купаться запрещено здесь, вообще не ходить сюда. Смотрите, какой у нас тут зритель пришел. Вкусняшки. Вкусняшки будете? Сегодня день посвящен рисованию окон. Но есть одно но. Вот это! Рассказываю. Собаки охотничьи, то есть они любят бегать и кого-нибудь ловить. Вот эта собака, вот эта, она выросла в доме художника и примерно понимает, что такое пленэр. А вот эта собака из нормальной семьи. Да, прянь? И вообще он ехал на прогулку с трудом. Он уже устал сидеть, ехать. Но как он отреагирует на то, что я сейчас на улице сяду и буду не ходить, а сяду и буду рисовать, смотреть на какой-нибудь домик. Так, к этим окнам я шла, не учла одного. Высокие кусты. Если я сажусь на стульчик, это примерно вот так. Значит, сейчас будем очень быстро скетчить, пока собаки еще терпят. А, все, не терпят. Ну, что такое? Потерпи чуть-чуть, сейчас пойдем. Похоже, придется мне еще раз приехать. И снова пару слов в пользу вестиков. Все выдержали замечательно. Даже непривычные собаки к таким выкрутасам от хозяев. Ну, как говорят, самые компанейские собачки. Это вот правда. Да? Прянь, скажи гав. Ой, это не Прянь, это Вольтик. Скажи гав. А ты скажи у. Прянька, скажи у. Все, спасибо большое, молодец. Скажи у. Все, у собак заслуженная прогулка. Я, кажется, потеряла кисть с резервуаром. Думала еще добавить немножко тональности, ну, этому домику, так как собаки вообще прекрасно себя чувствуют. Но обломалась. Вот. А уже линером не захотелось мне доделывать. Я надеюсь, я в машине оставила. Или дома. Хотя я дома не доставала, я не помню. Ладно, это будет потеря потерь. Придется в магазин идти. Затопила дорожку. Пошли мы обратно. Прям не надо, не ходи. Давайте, возвращаемся. Вольт нет. Вольт любит плавать в болотах. Ну, лучше не надо. Пошли. Вот такой у меня двуголовый дракон. Торопится куда-то. Сами не знаю, куда. Ну, Вольт-то знает. Ему, конечно, за утками побегать охота. Ладно, отпускаю их. Балбесы не заметили уточку. Смотрите, какая милая.
вообще очень не люблю вот такие вот приключения, которые мне вот все время организовывает. Ой, сейчас я упаду. А там-то куда спрыгивать, блин? Ну вот, теперь обратно надо идти, там все равно вода. Я домой, я нагулялась. Купаться запрещено здесь вообще, не ходить сюда. Представляете, порвалась моя сумочка и упал мой стульчик. Хорошо, что не в воду. Я нашла все-таки в машине кисточку с резервуаром, вернулась. Смотрите, какой у нас тут зритель пришел. Наблюдает за балбесами нашими. Ну все, теперь хватит мучить собак. Котик ушел. И мы пойдем. Я не знаю, как люди умудряются сделать быстрый скетч и уйти. Я еще немножечко дорисовала. Вот теперь все, точно домой идем. Собаки молодцы. Вольт уже нашел где-то косточку, он принес. В общем, надо уходить. Все, теперь точно-точно больше не буду дописывать. Наконец-то домой. Да? Кушать вкусняшки. Вкусняшки будете? Вкусняшки. Ой, вкусные вкусняшки покушаем.